Арестный отдел. Цены, короче, выходят 290 рублей за килограмм. Любое. У нас стаканчик на Димитрово стоит 150 рублей. Это 290 рублей, но тут в килограмме будет столько всего. Говорю, можно изгаляться. Вот это вот нормальные цены. И грибочки. И что тут только нет? Не знаю. Корейских прибамбасов тут. А вот чеснок. Наверное, чеснок обалденный. Чеснок сейчас. Чеснок я, наверное, куплю, попробую. Вот, чеснок нет. Или лук. Это получается 100 с лишним рублей. 110. Не, мне хочется вот такой большой белый. Хочу попробовать. Вот, 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 вот он есть. Блин, а что, не по одному? 10. 100 рублей. 100 рублей. Один бы взвесило бы и есть. Да? Да. Это получится 30 рублей один. Сейчас что-нибудь прибомбасим. Соусы, цветы. Уже стоят они размешанные по этим. Михаил. Вот только шинтаки что-то я не вижу. Грибок. На их не видишь. 110 рублей килограмм. Где? Овощи.